В китайском Харбине сегодня открывается пятый сезон международной недели моды. Впервые участие в фэшн-шоу примут и белорусы. Нашу страну представит витебский дизайнер Марина Давыдова. Несмотря на то, что десятки брендов со всего мира в основном покажут наряды сезона весна-лето, в Харбин белоруска привезла вещи из зимней коллекции. Суровый климат на северо-востоке Китая диктует особые предпочтения в дресс-коде. Ночью температура в Харбине опускается до минус 30. Это наши первые шаги для такого дальнего, для такой дальней экспансии белорусской моды за пределы нашей страны. Я думаю, что мода всегда являлась показателем социоэкономической жизни страны, поэтому мы везем туда такого замечательного, талантливого и работающего не один год дизайнера, как представителя Витебской области Марину Давыдову. Бренд Давыдова – постоянный участник Беларусь Fashion Week уже на протяжении 10 сезонов. И выбирая этого дизайнера для показа в Азии, мы делали, конечно, акцент на то, чтобы дизайнер был очень авторский. Это важно, когда дизайнер не становится коммерческим брендом, а он сохраняет свою линию. Белорусы выйдут на подиум послезавтра с коллекцией для автоледи. В основе автомобильная тематика, номера, моторы и горловины, и края изделий напоминают окружность руля. В эти дни в Китае находится и съемочная группа агентства теленовостей. Закулисье первого дня Харбин Fashion Week смотрите сегодня в панораме.